сеном, конечно, плохо было. Мы не могли нигде купить сено. Никуда нас не выпускают. Раньше мы покупали сено в агрофирме. В этом году или в прошлом мы ничего не могли купить. Коров пасти негде, потому что на поляну выведешь корову, а там стреляют. Вот это вот. Спасибо вам, что вы нас снабдите сеном. Выживут наши коровы, кролики и козы. Спасибо вам большое. В данный момент ваша гуманитарная помощь, которую вы достали, нам необходима. Потому что этот самый, картошку нам, как таковой, посевного материала, нам нигде его не найти хорошего. Мы используем, как говорится, старые весь запасы. Выехать недалеко, если даже приобрести можно было. И поэтому спасибо вам, что вы этот самый. Мы надеемся, тем более, картошка семенная, этот самый, и те первые репродукции, так что на десяток лет там ее хватит использовать. Надеемся, что она будет все прекрасно. И она даст урожай. Мы будем с урожаем и будем как раз со всеми продукцией, которая необходима для потребления в пищу нам. Сегодня наша команда осуществляет дистрибьюцию суточной птицы в Попаснянском районе. У нас сегодня 5 населенных пунктов: Крымская, Тошковка, Нижняя, Орехово и Новотошковская, где люди будут получать индюшат, утят и цыплят, которым всего лишь сутки, и получают в селах от 37 до 78 человек. На самом деле эта программа направлена на поддержку людей, которые ведут свое сельское домохозяйство в таких прифронтовых территориях, как данные населенные пункты. Проблема здесь в том, что нет доступа к рынку, нет доступа к полям, где выпасать. Мы развозим и птицу, и также корма к этой птице. А также одна из проблем является то, что у людей попросту отсутствуют рабочие места, у людей нет дохода, и выживают благодаря тому, что ведут свое сельское хозяйство.